Давайте на унитазе закатнемся. Мне там сколько надо. Да хера опыта мне там на нем надо, так что давайте закатнемся. Автоприцел не гарантируется процентной точностью. Опытные игроки наводят свои орудия вручную. Да и так всем понятно. Блин, в субботу, надеюсь, наконец-то у меня будет... Надеюсь, починю стул. Действительно, починю. А то во время вчерашнего стрима по время пачку на чуть не убился. Я поехал, как истинный сортир, с лица и не быть. Слиться и не узнать слов смывания. Знаю, что такое правильно подъехать и не выстрелить. Где пофиг, мама, роди меня обратно. Ну, унитаз не познал слов любви, он познал слова смывания. Может, плюнуть и потратить 6,5 к свободке на СУ-100. Плюнуть или не плюнуть? Вот в чем вопрос. КВ-4. Ответь на мне на вопрос, стоит или не стоит. Вообще, честно говоря, я бы сразу тогда бы взял башню КВ-4-5, да? И мне бы тогда на СТ-шке... Ну, на СТ-шке один фиг будет у меня. Сначала башня... 700... Объекта 701... Потом только СТ-1. И С-4. Нормально. На С-4 скидка. На КВ-4. Ну-ка, на шо скидки вообще сейчас? Сейчас, короче, посмотрим. А то мне что-то интересно стало. А, француз. Француз. Ну, посмотрите, что. Так. Сделать вот на это процентов 70, 90. Франция. Ёптать. Вот она, елочка-то, блин.
Так, ладно. На что у нас тут? Что по немцам? Вот так можно было бы в леопарда идти. А через какой танк вот тут меньше опыта надо? Тут больше. Понял, через какой. Так. То есть я в ответвление пошел? Разница в чем? Тут меньше опыта надо. А чё тогда не пошел через то, где меньше опыта надо? Чё я пошел, где там больше опыта надо? Неизвестно. Сейчас мы полгода буду рассматривать и думать на что, на чем поехать. И поеду на Су-85 в итоге. Ой, надо будет взять перерывчик от танков на недельку. И во что-нибудь другое засесть. Уже А то надоедят в итоге. И вообще играть в них не буду опять год. Уже чуть неправильно поехал. Кусты. Интересно, мне обзора хватает, чтобы... Ну, будем надеяться. Ну, давай-ка выедь до вируса. Весь город красный. Весь, мать его, город, блин, такой красненький. Ой, не очень, это аж писец какой-то. И почему у нас ворот третьего, у них АМХ и М37? Из-за того, что у нас горы. Или шо? Это, или это дискриминация полностью не... По какому там еще что-то? Я думаю, вот так надо сделать. Минус вся вражеская арта.
Понятно, у кого-то модов дофига. А ума нифига. Зараза. Вот как выехал, сразу, блин, получил. Что за звездец, а? Блин, у них быстрее захват происходит. Вот, чё за звездец, а? Вот, случилось. Вот ты вообще никто не помешал. Никто не сбивал. У нас вот кто-нибудь там сбивал, по-моему, никто не сбивал. Чего? Спасибо. Спасибо, холодильник. А еще опыта не... Самый бесполезный танк для меня. Ой, ешкин. Скажите, пожалуйста, КВ-4, вы сегодня что-нибудь получите? Кроме свинца. Не знаю, 80 стальных стен, воина, антипригарное покрытие. Понятно. Смотрим в ствол КВ. Что увидим? Правильно. Как и у любого танка. Ладно. Ай, поедем сразу в город, не будем мучиться. Идиота детектит. Транспунтарный, блин. Ой, уже нехорошо поехал. Ладно, пофиг. Начинаем занимать город. Маленький разворот, поедем. Как истинный олень в пущу событий. И остарянем в текстуре. Сразу каком в эфире произошло. Или не произошло. В зависимости от того, что случится. В определенный отрезок времени. Если АМХ не
Ремикса не подставлю, случайно еще. Ну куда я шмальнул, я из терпения не пробил. На тебе в щечку, поцелуй на прощение. Мы огуречек. Упоротый. Ну куда он ехал? Я ему еще хотел поцелуй на прощение. А теперь жить. Жопа никто, никому не встаем случайно. Жопа-то никому. А вот боком. О, ИС! Кыс, мать-то, заново. Молодец, я стреляю. Мрази, хорыс стрелять по мне. Ну и не мешай, я думаю, тут разборки с кавышкой. Да ты, зараза, фиг ли не дал мяса забрать, мразь. Тупая. Да. Ладно. Тут мне немного. Но все равно, блин, ну какого? Обратите внимание, дополнительное оборудование. Уже это фигня, если будто экипажа. Спасибо. Я-то думал, что надо делать? Это улучшает экипаж. Есть. Наркоманию. Да. Уничтожить тяжелый танк противника. Нанести не менее 1000 урона технике противника. Офигеть. Вот этот мельпиздрический танк вот этого все сделает. Я в него верю. Разгон, полицейский разворот не получился. Турская столько ёлк такое может вытворять. Хотя может быть и не только ёлка. Прячься, братва! Меня прячь, сами можете ехать. Ну, допустим, сделал вид, что постреляли. Он сразу высунулся, отхватил и что-то делать решил, да. Я так понимаю, это мне фартануло, да, что меня не заметили. Кто мне...
Ты сука, да? Ханати. О! Я так и думал. Почему-то. То, что сейчас вот я слился и выиграем. Что, ну это ж так это интересно. Когда ну, я там ни хрена ничего не сделал, и в итоге вот. Спасибо. Ладно, давайте на этом закончим. Продолжим потом. Когда-нибудь. С вами был Данте. Всем спасибо и всем пока. Не забудьте подписаться на группу ВК и группу в Стиме, чтобы узнавать там о стримах, о чем-нибудь еще интересном. Всем спасибо и всем пока.